Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Слушайте, тут у нас в списке вы 1-97, да, звонили? Продукты просили. Да, да. Да? Да. Просто сейчас со стороны смотреть, у вас есть нужда для этого? Это служба для тех, кто бедный, для тех, кто нет кормилица? У меня 5 детей и нас трое. Я пенсионерка, 400 тысяч долларов. Ой, 400 тысяч сумм я получаю. И никто не работает. Как вы думаете? У нас сейчас... Все на карантине. Частные машины есть у вас? Есть. Они стоят месяц уже. Это ваши, ваши да. Машины? Они стоят, конечно. Которые? Кушать же мы не можем машины, правильно? Нет, я понял, это которые у вас? Вот. Есть? Да. Еще Малибу, да? Да. И что? Нет, просто... Самому стыдно вам что-то дать, с вашего вида не похоже, что вы нуждаетесь человек. А с других видов дают, там нуждаются. Машины же не кормят сейчас. Мы разные. Нет, подождите, машины же сейчас не кормят. Нет, вы считаете, что вы нуждаетесь? Конечно, конечно. Есть пенсионеры, есть слепые люди, есть, которые пожили в жизни. Да ради бога, не надо. Не надо, разве что такие бедные. Нет, это служба такая, для таких людей. Вы не будете против, я ваши продукты отдам другим людям. Вот вы мне дадите, а я сама отдам кому-то. Вот давайте так сделаем. Вот вы мне принесите, я отдам кому мне нужно. Да? Вот так давайте. Все, интересно. Все. Вот месяц машины стоят, угу. Дети у меня не работают, у меня пенсия 400 тысяч. С детьми тоже все хорошо. Но они с детьми сидят, отдыхают. Соседка и мои дети, мама, внуки. Если у меня 5 детей, угу. Как вы думаете? Я скажу, у меня 10 где? Внуков. Угу. И все просят просто кушать. Мы это, где они работают, все это. Гостиница тоже не работает. Угу. А я на пенсии. Карантин. Никто не работает. Как вы думаете, а кушать дети просят? Угу. Я тоже хоть и старый, но кушать хочу. Взяла. Да, да. Это, наверное, Махаля постаралась. Нет, сказать, не махалая. Я знаю, что я не нуждаюсь в помощи. Я только думаю, я богатая женщина. Ой, спасибо. Да, да. Большое спасибо. Всем здоровья. Всем спасибо. А кому отдать я сама? А с камерой до корня мы были не накинем. Будем ладно тру, сколь толе узу. Майлинда, вам таки озли я нега. Сейчас я хакка я дбердам. Беру ардам, мэр, узен инсалфу я бардам. این اوزیم ایتوت ده من ماشنه منه که مالی بویم بار آیلنده رو ترد ده بز اشتمه همز بالا رنگ آقات بیرش که ایتوت ده بالا سیگه آقات که قینل پانه بدن کچو باقمسه گره منم چه بز منم بار شو خواهد شن یه قرار قریلی التماس تلیفون قوت گرم خب دیتیلی ما اکتش آتی هلی حق دار بار ناخ حق بار قیبی آتی تلیفون رفرسنا باشقای کسی کرده باشقای مو وقت قینل مگه آدم نه قیبی آتی تلیفون دیگه یلم استن دورسه اوچنگی بزه قرش بار بام ده بزه ده فقط روزگار بار پمپرس پمپرسی هست کشنه اوز بیروده خوش آرین ده دولت تو از بیرون هستی که برو آرام چند یا که یه نبود پاسه خدا خواهد رحمت رحمت باشقه محله ای کلو bir mahalla faolini kutib turish jarayonida bittasini aytib qo'ymoqchi edim boshqa mahallalar aylanganda shu narsani guvoh bo'lganim uchun aytmoqchiman qo'shnichilik haqida birodarlar do'stlar hurmatli qo'shnilar yon atrofinglardagi qo'shnilardan xabardor bo'lib turinglar to'g'ri sizlar majbur emassizlar bizni aytishga sizlarni majburlashga haqqimiz yo'q lekin qo'shnichilik haqqi degan narsa borku shu narsani hisobga olinglar biza bo'lsa ishimizda bajarishda xalqqa xizmatida davom etamiz ketdik Thank you.
xonadonda 6tami 7ta oila turishar ekan. Telefon qilib zakot berishgan, unga qadar 3tasi kirgan ekan ro'yxatga. 3ta komplekt olib keldik, xudo xolasa. Ozgina vaqtga yaxshi yetib turadi xudo xolasa.